Лидеры Донецкой и Луганской народных республик перечислили нарушение мирных соглашений Киевом после принятия Верховной Радой документа о статусе Донбасса. В своем совместном заявлении сегодня главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обвинили депутатов Украины в саботаже мирного процесса. Постановление Рады содержит перечисление только тех населенных пунктов, которые обозначают линию соприкосновения, а не всех районов, городов, поселков, сел, в которых должен быть введен особый статус, как того требует статья 1 закона Украины об особом статусе, подчеркнули главы ДНР и ЛНР в заявлении. Но Порошенко Раду не смущает то, что они нарушают закон, который сами когда-то приняли. Они идут дальше. Как подчеркивается в совместном заявлении, в статье 10 закона об особом статусе внесены несогласованные с ДНР и ЛНР поправки, определяющие условия проведения местных выборов. При этом полностью проигнорированы пункты 4 и 12 Минского комплекса мер от 12 февраля, которые обязывают Киев обсудить и согласовать модальности и вопросы, касающиеся местных выборов, с представителями Донбасса, указали Захарченко и Плотницкий. Введение в отдельных районах Донбасса особого статуса поправками Порошенко откладывает на неопределенный срок. Таким образом, грубо нарушен пункт 4 комплекса мер, продолжили они. Киев также ставит вопрос о введении миротворцев в зону конфликта, что также не предусмотрено ни Минским протоколом от 5 сентября, ни меморандумом от 19 сентября, ни комплексом мер от 12 февраля этого года. Нарушается таким образом вся логика мирного плана, выработанного с таким трудом. Это прикрытая благими намерениями очередная попытка выйти из минских договоренностей, отметили лидеры республик. Вывод очевиден. Киев не хочет мира. Он стремится насилием и экономической блокадой уничтожить Донбасс, резюмировали Захарченко и Плотницкий.